Крестьянско-фермерское хозяйство «Эниш» из Козловского района уже 9-й раз принимает участие в картофельной выставке. Яркий стенд и на сей раз привлек внимание посетителей. Заместитель главы хозяйства «Эниш» Иван Семенов знает о картофеле, пожалуй, не меньше профессора-агронома. Наше хозяйство в основном выращивает только поздние сорта. В настоящее время мы года 2-3 выращивали в основном сорт «Галла». Сегодня есть желание подписать договора на закупку семян «Джувель», ранний сорт, и хотим попробовать вырастить сорт «Крона». Хозяйство «Эниш» на рынке Чувашии более 19 лет. За эти годы Семеновы закрепили за собой имя крупнейшего в республике производителя овощей. Здесь помимо картофеля выращивают не только привычные помидоры, огурцы и капусту, но даже арбузы и дыни. Солидный возраст и масштабы позволяют удовлетворить запросы не только чувашских производителей. Планируем в этом году выращивать уже 1000 гектаров зерна, 150 гектаров картофеля, более 50 гектаров капусты, более 10 гектаров огурцов, помидоров, ну и всего остального понемножку. Не только в Чувашии, но далеко за ее пределами знают и любят энишские заготовки. Солености, маринады, зимние салаты. Переработка – второе значимое направление деятельности фермеров. Это же натуральные. Кабачковые солены без уксуса, поэтому это натуральный процесс брожения. Хозяйство «Эниш» заключает договоры поставок на экономически выгодных для партнеров условиях, предоставляет гибкую систему скидок, одновременно предлагая услуги не только по продаже овощей и картофеля, но и по комплексному обслуживанию потребителей в различных областях растениеводства. У нас в этом году будут и однолетние цветы, и многолетние цветы, рассада овощей, таких как капуста, томаты, огурцы самые распространенные. Для фермеров и владельцев приусадебных хозяйств налажена продажа семян оптом и в розницу. А сегодня их можно купить на выставке «Картофель-2018». Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.